Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы дадим несколько советов об уходе за декоративным кроликом. Кролик, за которым правильно ухаживают, способен прожить до 12 лет. Они очень чистоплотные, их можно брать на руки, а сам питомец будет отзываться на свое имя. И если вы будете соблюдать несколько правил, то ваш питомец будет счастлив. В клетку должно помещаться все необходимое для жизни кролика. Она не должна быть слишком маленькой. Важно, чтобы поддон клетки был сплошным. На дно укладывают подстилку, опилки или солому. В клетке должен находиться лоток, кормушка и поилка. Поставить клетку необходимо туда, где питомцы не смогут напугать внешние раздражители. Основной рацион кролика – это сено. Особенно важно проверять его, прежде чем дать своему питомцу. Оно не должно быть гнилым или иметь неприятный запах. Желудок кролика очень уязвим. Не стоит выкладывать корм на поддон клетки. Кролик его пометит и сено испортится, что приведет к проблемам с желудком. Не раньше, чем в 2 месяца кролику можно давать яблоки и морковь. Начинать нужно с небольших долек. Не берите кролика на руки сразу после того, как он поел. Шерсть кролика нужно регулярно вычесывать, особенно это касается длинношерстных пород. Если этого не делать, то шерсть будет скатываться в комки, тогда ваш питомец потеряет привлекательность. Дважды в год кролики линяют, в это время стоит уделить особое внимание расчесыванию. Кролики чистоплотны, и мыть их следует только в исключительных случаях. Желательно мыть только грязную часть. Нельзя использовать шампуни для людей, мочить уши и голову. Нельзя купать кролика в горячей воде и сушить питомца феном. Купание – большой стресс для животного. Если вы будете следовать этим советам, то ваш кролик проживет долгую и счастливую жизнь. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.